ما نتيجة من ما 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 ينجيه من عذاب القبر؟ Что человеком спасет судный день от наказания в могиле? Первое, أن يحافظ على فرائض الله ومنها الصلاة في وقتها. Первое, если человек строго придерживается предписаниям Всевышнего Аллаха, фарзы, выполняет то, что Аллах приказал, и из этих фарзов в основе идет молитва, своевременная молитва, намаз. Второе, أن يحفظ لسانه من الطعن في أعراض المسلمين والكذب عليهم. Это то, что он бережет свой язык от того, чтобы проклинать верующих и обманывать их. Третье. Это если он будет брать хорошо омовение и будет очищаться от мочи. Четвертое. Если он будет отдаляться от запретного имущества, подобно риба, вот эти вот то, что когда человек дает под процент, забирает под процент. И подобно этому, то, что ему не принадлежит. Пятое. أن يكثر من الدعاء. أن يكثر من الدعاء والتعوذ من عذاب القبر. Это если человек будет много просить дуа и прибегать к Аллаху за помощью от наказания в могиле. فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التعوذ من عذاب القبر. Поясни посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم очень много просил дуа у Аллаха سبحانه وتعالى, прибегал к Аллаху от наказания в могиле.